Доброго дня и отличного настроения желаю всем зрителям телеканала Рифей ТВ, в студии Иван Алешин. Здравствуйте! Волынка. Какие ассоциации возникают у вас при упоминании этого музыкального инструмента? Многие считают волынку исконно шотландским инструментом, однако это не совсем так. Для меня стало настоящим открытием, что существует русская волынка. О разновидностях этого музыкального инструмента поговорим с гостями студии. Знакомьтесь, ансамбль «Дудари», руководитель ансамбля Игорь Федотов. Доброго дня! Здравствуйте! Здравствуйте. Игорь, ну все-таки какая страна является родиной волынки? Ну, волынка на самом деле очень древний инструмент, еще начиная с Древнего Рима. Это изображено на старых фресках, и это действительно так, что и потом они по всей Европе и Азии распространили этот великолепный инструмент. Чем он отличается от остальных? Ну, во-первых, он громкий, во-вторых, у него непрерывный звук, благодаря вот этому мешку, здесь дыхание непрерывное. Вот. Но, а на самом деле волынок очень много, во всех странах свои волынки. У нас в России их даже несколько, это мордовская, чувашская, ижевская, вяткинская волынка, так что и, конечно же, русская. Вот. Я хотел бы вот со своей и начать, с русской волынки. Эту волынку сделал кировский мастер Иван Назаров. Очень хорошая волынка. Чем она отличается? Здесь используются жалейки, то есть вот этот чантер, дудка называется чантер. Они сменные, то есть вот эти жалейки русские обычные, их можно менять в зависимости от нужной тональности. Ну и, конечно же, вот эти рога, вот этот козий мешок, это все же чисто русское. Да. Но в нашем ансамбле русская волынка единственная, это у меня. Дальше я хочу посмотреть и показать вам, что у нас еще есть. Это немецкий дудельзак. Он ближе всего к волынке шотландской. Это громкий очень инструмент, уличный инструмент. Я сейчас попрошу Дамира, чтобы он немножечко нам продемонстрировал его звучание. Сейчас он это сделает, надувая, естественно, мешок сначала. Вот. Она немножко покрякает, а потом будет звучать. Спасибо, спасибо. Действительно, очень громкий и красивый инструмент. Следующая волынка – это хюмельхен. Это волынка маленькая, тоже немецкого происхождения. Полина, я попрошу немножечко продемонстрировать звук. Нежная. Я бы сказал, женское звучание. Спасибо большое. Есть еще один инструмент, без которого в нашем ансамбле тоже ничего не происходит. Это цифровой баян Роланд. Здесь, конечно же, есть не только волынки, но еще очень много других инструментов. Но здесь функцию этого инструмента Сергей продемонстрирует сейчас. Существует, конечно же, и волынка, и аккомпанемент, конечно, тоже весь на нем. Сережа? А бас, контрабас, левая рука. Ну что, Игорь, настало время уступить вам в студию и вместе с нашими телезрителями насладиться вашим выступлением. Да, мы сыграем пьесу, которую мы назвали «Бетховен, уж ты сад, ты мой сад». Ансамбль «Дудари» продолжает наш эфир. Не переключайтесь, приятного просмотра.